Тюменской области ситуация с лесными пожарами стабильная. С начала сезона было зафиксировано 111 возгораний, а это почти вдвое ниже среднепятилетнего значения. Площадь, пораженная огнем, меньше в 3 раза. Она составила 640 гектаров. В лидерах по числу зарегистрированных случаев Тюменский район, на 2-м месте Нижнетавдинский, на 3-м Заводоуковский городской округ. В целом в регионе по-прежнему действует особый противопожарный режим. Посещение лесов и разведение костров под запретом. За это предусмотрен штраф.